Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня у нас обзор заказов Фаберлик по третьему и четвертому каталогу. У нас здесь VIP-новинки четвертого каталога, много интересного, давайте распаковывать. Есть товары с распродажи очень интересные. Взяла колготки, вот такие вот Ксюшки, ходить в школу. Это у нас с вами небольшой выбор, кстати, был сиреневые колготочки в артикуле 861. Размер XS. Надеюсь, будут не сильно велики. И, по-моему, сколько здесь? 60D у нас с вами. Где-где? Да, 60D. Давайте посмотрим. Давно на них смотрю. Фиолетовый такой приятный цвет для девчонок. Очень интересно. 60D, в принципе, нормальная плотность. Сейчас потеплеет немножко и будет хорошо. Вот так они выглядят. Носочек у нас с вами вот такой фокус. Ага, вот так. Так. Шов. Все отличненько. Двух полосок только нет, будет путаться. Слушайте, достаточно плотные. Вот, достаточно плотная, рука не просвечивается. Все отлично. Вот так, если сильно-сильно натянуть, да, то видно. А так, достаточно плотные. 60D, очень приятные, мягенькие, классные. Тогда потом в Дзене, в Телеграме покажу на Ксюшке. Так, смотрите, взяла вот такие носочки. Это новинка прошлого каталога у нас с вами. Они мимо меня прошли, я когда делала заказ, еще не было в наличии. Так, три пары, артикул 820-618. Вот такие в размере 39-41. Взяла себе. Это коротенькие носочки. На подарок сейчас, вот на 8 марта, кто еще заказы не делал, смотрите, как миленько. Это то, что всегда нужно, это то, что всегда пригодится. Кстати, здесь нет надреза нигде. Открыть их руками не получится. Нужны обязательно ножницы или нож. Крыло. Давайте посмотрим. Вообще расцветочка такая миленькая. Беленькие, светло-розовые и такие бежевые. Симпатичные носочки. Вот такие вот коротенькие подкросы на физру. Есть у нас здесь силикон? Нет, нету. Просто носочки. Вот так они выглядят внутри. Ниточки здесь. И вот такие. Достаточно плотненькие, мягенькие. Как бы все отлично. Я такое очень люблю. Вот подкросы, подкеды. Прям супер. Красота. Так, поехали дальше. Достаю прям все по порядку. Новинки, не новинки. Ну, вот тут мне попадаются новинки. Это гели для душа. Следующего каталога, четвертого. Вот такое я люблю больше, нежели шампуни у нас с вами были, да, предыдущей версии. Это у нас с вами Витамания. Такая переупаковочка. У нас гели для душа Витамания, помните, в таких пузатеньких маленьких флакончиках были. А здесь вот такие красивые. Мне очень нравятся. Они все яркие. Яркие не сами флаконы, а гели для душа. Очень-очень густые. Так, первый у нас с вами, давайте смотреть, витаминный гель для душа, ананас и лайм. Артикул его 2878. Кому интересно, можете нажать на паузу, почитать состав. Долго зацикливаться на этом не буду, но они у нас вроде как практически натуральные витамании. Давайте нюхать. Ой, классный вот этот. Вот действительно ананас и лайм. Я больше слышу ананас. Мне с ананасом нравится. Мне очень нравится с ананасом. Это, знаете, такой кисленький ананасик. Очень вкусный, зелененький, в то же время сочный, классный. Прям рекомендую. Так, следующий у нас с вами черника. Некоторые на подарки у меня пойдут. Мне столько много не надо. Да, некоторые себе оставлю. Сейчас выберем любимчика. Витаминный гель для душа, смородина и черника. У нас была просто смородина витамания. Да, теперь черника. 28,77. Так. Ага, это прошлая смородина, но, ой, прям, знаете, зеленые смородиновые листы, когда смородина еще не созрела, да, а вот листики, если в руках размять, вот такой запах. Ой, мне нравится. Одушка не такая, как была вот чистая смородина, да, немножко изменена и более натуральная. Прям вот смородина-смородина. Я не могу сказать, что я здесь чернику чувствую, я ее не чувствую. И видите, они у нас с вами такие кремовые, очень-очень густые. Витамания, они были у нас с вами прозрачные, прям гель-гель. Вот это должно мне тоже зайти, я обожаю манго. Манго и папайя, артикул 2876. Манго и папайя, да, прям манго и папайя. Ароматы все громкие, ароматы все сочные, прям такие вот, вот вообще не разочаровывает Фаберлик. Так, и здесь у нас с вами, я вот это вот не очень люблю в косметических одушках, в косметике, в уходовой и так далее, но кому-нибудь да зайдет. Это у нас с вами арбуз и дыня, да? Да, артикул 2875, нюхаем.
Прям арбуз и дыня. Прям, знаете, такая классическая арбузно-дынная жвачка. Прям очень яркая тоже отдушка. Свеженькая такая, хорошенькая. Мне нравится. Даже, в принципе, и таким с удовольствием бы мылась. Так, что я еще взяла? Новые мисты. Я, по-моему, взяла только... Нет, два. Я не стала все подряд в этот раз брать, потому что мне столько не нужно. Это очень много. Мисты тоже обновились. Смотрите, какая красивая у нас с вами теперь такая не полупрозрачная упаковочка. Здорово. Я взяла ананас и лайм мист. Он в артикуле 29.13. Витамины мист для тела. Давайте нюхать. А вот здесь мне не нравится аромат. Это какой-то протухший ананас уже с кислинкой, который уже такой, знаете, немножко плесенью покрылся. Кислятиной пахнет. Мне не нравится вот этот аромат совершенно. Сейчас попробую на тело распылить. Посмотрим заодно, как распыляет. Может быть, зайдет. Ну, так крупно распыляет, нормально. Так. Нет, кислый протухший ананас. Не нравится вообще. Гель для душа в 100 раз лучше пахнет. И манго и папайя. Сразу буду распылять на кожу. Артикул 29.12. Вот здесь нормально. Нет, здесь манго и папайю чувствую. Вот здесь манго и папайю чувствую. Практически как гель для душа, но все равно немножко такой, знаете, потухший почему-то. А вот этот вообще, вообще абсолютно не такой аромат, как гель для душа. С кислинкой, с тухлинкой, с горчинкой. Не-не-не-не-не. Вообще не понравился. Так, что-то у меня тут... А, это у меня тут перекладина, думаю, что-то в коробке. Так, поехали дальше. Дальше повторила покупку, взяла патчи для глаз с One Week Miracle, девчонки, потому что очень понравились, вот прям очень понравились, не буду открывать, потому что у них открытых срок годности маленький, взяла по VIP-программе, за 500 рублей они выходят с копейками, 0,9-48, они узкие, да, но они длинные, они хорошо захватывают область вокруг глаз, и я действительно вижу от них эффект, эффект разглаживания, эффект подтяжки, упругости кожи, мне очень понравились, прям вот очень, вот другие патчи Океанум и... А осел мне не нравится. Я от них не вижу такого эффекта. Эти прям бомба, поэтому с удовольствием буду пользоваться. Так, дальше. Дальше, девочки, что-то... А, лак у меня тут прям... А, смотрите, лак в пакетике. Пошуршу вам чуть-чуть. Взяла лак. Посмотрим на стойкость. Будем делать попозже маникюр. Такой вот он прям нюдовый-нюдовый. Это у нас с вами оттеночек. Артикул 778-9. Угу, вот такой маникюр. У меня на Дзене отдельная папка. Там я показываю свой маникюр, рассказываю о стойкости тех или иных оттенков лака и так далее. Как освежители воздуха на постельное белье использую вот такие вот спреи Ароми. Очень их люблю, потому что аромат достаточно яркий, аромат достаточно долго держится, поэтому прям обожаю. На этот раз взяла баланс. Баланс для разнообразия их чередую. Артикул у нас с вами 166. Мне нравится, потому что я и люблю освежители водные, Фиберлик, но они такие, прям, знаете, недолгоиграющие, прям несколько минуток и все. А эти, они прям долго в воздухе держатся. И на белье, на шторке можно распылить. Вкусненький такой ароматик, достаточно насыщенный. Они очень многогранные, их тяжело вот так вот прям описывать. Так, взяла вот такую новинку 4-го каталога. Это у нас... Нет, это 3-й, по-моему, каталог. Я уже запуталась, в общем. Это Ума 3+, да, следующего, 4-го, для облегчения расчесывания. Артикул 28.10. Посмотрим. Посмотрим. Такое ощущение, что он двухфазный был вверху, как-то светлее жидкость. Нет, это просто мутная этикетка. Нет, двухфазный, да, девчонки, он двухфазный. Видите, здесь маслица. Смотрите, детский спрей для облегчения расчесывания. Все, в следующем ролике будем с вами тестить. Нежная овечка, способ применения. У нас с вами перед использованием хорошо встряхнуть. Это все понятно. Фокус решает нас с вами покинуть. Ему нравится больше гели для душ. Перед использованием встряхнуть. Буду пробовать, потому что, допустим, предыдущие средства детские, Ксюши, вообще расчесывание не облегчали. Здесь клубника. Не сладкая, такая тоже с какой-то кислинкой. Почему-то она как будто немножко тоже подкисшее варенье. Но нормальный аромат. Дальше взяла маску для волос себе и Ксюшке. Нам очень нравится морожка. Маска для волос. Артикул 0197. 150 миллилитров здесь. Она действительно, девчонки, крутая. У меня Ксюшки так локна красиво от нее ложатся. Блеск волос нереальный. Я прям обожаю эту маску. Вот самая моя любимая из Фаберлик. Очень нравится. Вот так она выглядит. Ее здесь много. Она очень густая. У нее очень приятный аромат. Такой вот ягодки, морожки с кислиночкой. Очень вкусный. Маска суперская. С удовольствием пользуемся. Хотел сказать всей семьей, но нет, не всей, половина семьи. Так, из новинок у нас с вами еще вербена, девчонки. Так, вербена, что я взяла из вербены? Из вербены я взяла только два продукта. Я эти кремы так и не пробовала, дневной, ночной, ни в старой версии, ни в новой. Но многие девчонки хвалят, просто много всего в уходе, поэтому взяла тоник. Мицеллярки у меня тоже полно, пока в запасе. Очень красивый такой весенний дизайн теперь у нее. Я взяла тоник и взяла гель для умывания. Гель для умывания у нас с вами в артикуле.
Фокус, алло, 0,977 и тоник. Кстати, тоник вообще от вербен никогда не пробовала. 0,982. И гель для умывания, по-моему, я вербен не брала. Я постоянно беру мицеллярку, а все остальное проходит мимо. Биби-крем еще брала, но он мне не зашел. Будем с вами тестить в следующем ролике. Здесь какой дозатор у нас с вами? Здесь у нас дозатор-крышечка вот такая. Если мицеллярка пахнет лимоником, да, а тоник тоже пахнет лимоником. И я так понимаю, он у нас с вами такой розовенький. Смотрите, внутри какой он такой вот красивый. Попробуем. Попробуем, ознакомимся подробно с вами в следующем ролике. Умывалочка приходит вот такая вот запечатанная. Пломба здесь. Очень интересно. Так, взяла жидкость для снятия лака, потому что делаю маникюр теперь обычным лаком. Она мне нужна. Она классная, на самом деле. Она, правда, ядрёно пахнет, но она снимает идеально. Вот обычный артикул 149,99. Обычные средства, лак с блёстками плохо снимают. А это прям на ура. Приложил ватный диск, чуть-чуть подержал, и все. Из любимчиков еще рассказывала, писала пост в Дзене. Ума, вот этот крем для мамы и малыша. Просто находка себе на лицо. Его на ночь иногда наношу. Великолепно убирает сухость. Просто личико с утра, как у младенца. Ноль плюс для себя. Да, и для вашего малыша. Артикул у нас с вами 27,99. Он великолепный, он очень плотный, очень густой. Я вот как раз баночку дорасходовала, распробовала. Здесь у нас с вами крышечка такая. Безопасность. И он очень густой. Он очень густой. Здесь есть сквалан в составе. Это шикарный крем. Даже вот девочка, у кого сейчас кожа лица сохнет, присмотритесь. Так, еще у меня здесь два вот таких места. На них подсела Ксюшка. И все, говорит, закажи, и все. Они позакончились, а я заказать забыла. Вот взяла ей два в запас. Она перед сном в комнате распыляет. Ей очень нравится. Она без них уже не может. Это спреи из серии Dream Therapy. Они у нас здесь с вами... На самом деле, с очень интересным составом, и якобы способствуют комфорту и более быстрому засыпанию. Но я проверяла на крестюшке, могу сказать, что да. Да, вот действительно работает. Здесь интересная такая технология у этих спреев. Есть компонент, который действительно расслабляет. Вот такие вот спрейчики. Хватает надолго, она прям распыляет, все, ложится спать. Дальше взяла, повторила еще антипаразитарный комплекс из БАДов молекулярных, потому что очень понравился. Вот прям очень понравился. Либеравирм. Артикул его увидел эффект. Артикул его 156,97. Действительно классный, поэтому решила пропить еще одну баночку, вот прям чтобы как следует, да. Так, дальше что у нас с вами? Дальше у нас с вами паста. В прошлый раз я ее не смогла взять. Новинки некоторые не сразу появляются, VIP-новинки, да? А потом попозже подъезжают. А хочется побыстрее взять вам заказ, снять побыстрее. Это 3+, новая паста Ума. Она у нас с вами получается банановая тоже. Артикул 2886. Попробуем, почистим. И я, и Ксюшка. Ну, в принципе, Крестюшке уже тоже можно, ей почти 2 года. Я думаю, если 3+, взять у нее полный комплект зубов, ничего страшного не будет. Такая вот она беленькая, плотненькая. Сейчас попробую. А, мне кажется, крестюшке может понравиться, потому что здесь совсем нет ментола. Здесь чисто банан, и все. Если ваши детки, как моя Крис, не любят ментол в пастах, присмотритесь, его здесь совсем нет. Вообще не жжет рот, ничего. Вот такая вот еще новиночка. Это у нас с вами новинка 4-го, по-моему, каталога. Я уже в них запутываюсь теперь. Фитобальзам, да, для кожи вокруг носа. Вон у нас с вами вот такой вот информация. Эффективное средство помогает справиться с неприятными спутником насморка, раздражение кожи вокруг носа, губ, масло, шед. Какой богатый состав здесь, да? 28-27 артикул. Такой маленький. У нас с вами тюбик зафольгированный, запаянный. Давайте посмотрим, что он из себя представляет. Фокус, вернись. Вернись. Вот такой вот бальзамчик. И... Пахнет он маслами. Маслом эвкалипта больше. Но не сильно выраженный запах. Не сильно. Нормальный такой запах. Не бьет в нос. Маслами. Прям пахнет натуральными маслами. Больше я чувствую здесь эвкалипта. Еще что-то такое хвойное. Но посмотрим. Посмотрим. Будем пользоваться. Так, вот такой пакетик. Красивый, новенький, большой. Кому-нибудь соберу сюда подарочек. Не знаю еще кому, но соберу. Впереди праздник. 78-12-25. Он большой, он прям огромный. Вот видите, к продукции, если его поставить, он прям огромный-огромный. Много сюда влезет. Для тех, кого вы прям любите, такой большой формат собрать просто шикарненько. Так, дальше. Я взяла, говорила вам, что буду брать вот такие ножные пластыри детокс. Мне очень интересно, на самом деле, здесь 10 штук. Будем с вами вместе их тестировать. Раскроем, посмотрим, изучим. Вроде пластыри остались те же, но я не брала их ни разу в Фаберлик. Но поменялась упаковочка. И не могу найти артикул. Где артикул? Вы видите, девчонки? Я что-то не вижу.
потерялся. Кто-то верит в их чудодейственность, кто-то не верит. Я вот скептически как-то относилась, но, как говорится, лучше проверить на себе. Я не вижу артикул на упаковке, девчонки, вот честно. А, вот он прям для слепых, как говорится, 110-16. Попробуем, будем вместе с вами пробовать, посмотрим. Так, взяла пачку вот таких салфеток Fettitels, потому что закончились. Я вам уже рассказывала, что ими классно удалять пятна с обивок, с ковров. Они потрясающе с этим справляются. Лучше, чем салфетки для удаления пятен. 308-04 артикул. И еще у нас с вами две новые туши. Это новинки 4-го каталога. Мне безумно, кстати, сразу скажу по фоткам, понравилось вот это. Мы сейчас с вами откроем, посмотрим. Так, артикул ее на флаконе наверняка не будет. 55-378. Они все приходят вот так запаянно. Мне понравилась очень кисточка вот эта вот с розовым колпачком. Таких еще в Фаберлик не было. Они все, по-моему, силиконовые, что одна, что другая. Будем с вами красить реснички. Прям один глаз одной, другой глаз другой. Посмотрим. Смотрите, какая она такая вот интересная. Кисточка. Она посерединке такая немножко уже. Силиконовая, да. У нас экстра удлинение, по-моему, просто удлинение. Какое-то там заоблачное. На флаконе есть артикул, слава богу. Так, вот такая next level. И следующая тушь, которая с черным у нас с вами колпачком. Давайте смотреть. Так. Мы хорошо запечатали. Вот так вот она выглядит. Большие флакончики. Тут сколько грамм у нас с вами? 9,3 миллилитра. Много. Вот другая кисточка. Здесь уже вот такие. Тоже посередине она такая вот суженная, видите, интересная. Посмотрим, посмотрим, попробуем. Может, любимчики среди туши новые появятся. Накрасимся с вами в следующем видео. Так, взяла вот такой дейзик. Появляются новые дейзики у нас с вами, которых еще не было. То есть ароматы есть, а дейзиков таких не было. Взяла мужу блокбастер для разнообразия. В принципе, хороший аромат. 36-57 артикул. И взяла свое любимое, девчонки, масло для кутикулы, для ноготочков с монардой. На ножках, на ручках смазываю, капелькой капаю, и все отлично. Помимо того, что здорово ухаживает, моментально впитывается, не оставляет никакой масляности. Вот сейчас перед роликом нанесла, последнее уже израсходовала, как раз пришел новый флакон 67-34. Так еще и лечит. То есть, если есть какие-то грибковые заболевания, если ноготочки восстанавливаете после гель-лака, да, прям вот оно, самое оно. Очень классные вещи, уже третий или четвертый флакон беру, и лучше ничего не пробовала, честно скажу, поэтому... Смело могу рекомендовать. Вот и все, мои хорошие. Вот такой вот интересный заказ. В следующем ролике будем все тестировать. Вот он, собственно говоря, 4-й каталог. А эти две туши. Будет классный подарок за регистрацию. Смотрите, мы можем выбирать уже сами. Так, на выбор, да. Мы выбираем уже аромат сами с вами. Это здорово, потому что нам не навязывают какой-то определенный аромат, а можно выбрать. Если вы еще не зарегистрированы в Фаберлик, ссылка всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь, будем общаться. Буду вам помогать. И не забывайте, что этот каталог, третий у нас с вами двухнедельный. Осталась уже практически одна неделя. Успевайте делать свои заказики. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.